Так, какой деталью в сюжете авторы раскрывают образ главного героя комедии? Вариант А. Игорь, бывший наркоман и боится шприцов. Вариант Б. Игорь думает, что во время ночного перелета приставал к трансвеститу. С. Игорь пересказывает грехи персонажей любимых фильмов «Священнику в исповедальне». И вариант Д. Игорь влюблен в девушку, но ему не хватает смелости подойти. Кстати, вы можете использовать подсказку. Да нет уж, спасибо! Здравствуйте, меня зовут Олег Асадулин. Вы кто? Сценарист, да? Эх ты, еп. В общем, у меня есть идея, именно к вам есть идея. Идея в том, что если мы возьмем все те же лица, что и на ТВ, снимем фильм такой же по качеству, как ТВ-сериал, и покажем его не на ТВ, а в кинотеатрах! За деньги! Олег, это же старая схема, вы по ней темный мир равновесия делали. Но схема хорошая. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Смешно, потому что как в жизни. Просто вы на получении звания у ментов никогда не были. Евген, это другая комедия, ты просто перепутал. Ах да. Это так не смешно. Не угостите даму сигареты, спасибо. Спокойно всем! Теперь быстро на телевидение ее! Я докажу, что даже из такого можно сделать популярную персону! В итоге Рома до магазина идет пешком, потому что во все остановленные машины он блювал! Ты шутишь, что ли, а? Да нет, комедия от Enjoy. Какие тут шутки? Мне это... За рулем что? Сидел фильм «Корпоратив»? Сейчас стоишь как истукан. А не имел такой красоты? Бери пакет, и лодка стынет в лодочке! Простите меня. Why does my heart feel so bad? Why does my soul... Продолжим. Оставляя сыночка на растерзание огру. Существо отважно пытается принять в себя часть юнца, но юнец всеми силами сопротивляется. Девушка, подождите. А вы что, уже закрылись? Уже да. Я тогда завтра зайду. Только учтите, завтра последний рабочий день. А потом мы закрываемся. А почему? Товар совсем не продается. Ха! Я разорилась! Товар совсем не продается. Врача! Врача! Позовите врача! Ну, у меня такая очень эпизодическая роль. Я не думаю, что люди, которые будут смотреть это кино, будут вдумываться в мои проблемы. Ну, просто мне как актрисе пришлось прожить всю эту ситуацию, конечно. Я вдумался! Я прочувствовал судьбу этого человека, который потерял бизнес! Он теперь нищий, практически нищий! Он на краю, душа его в смятении! Я прочувствовал это на своей шкуре, каждой клеточкой своего организма! И хочу сказать... Ты ни черта не стараешься! Какого хера вообще никто не старается? Почему настолько насрать? Актеры оттарабанивают заученный текст, сценаристы на продленке, монтажеру руки в детстве обрезали. Но режиссер-то, режиссер! Возьми палку и отхерачь всех тех, кто нормально деньги отработать не хочет! Особенно сценаристов! Понятно, что сценаристы или от рождения такие. Тогда нужно найти других. Или, что банальнее, они просто работать не хотят. Как и большинство задействованных в этом фильме. Не, ну а чё я как режиссер буду народ-то напрягать? Чё париться-то? Зрители на такой билет купят. Схавает!
Давай, быстрее! Эмма? Господи, недавно же часы переводили! Ну не на 7 же лет назад! Эмма? Фу, ваша мать! Молодежь, да, конечно. У них эти шутки, наркотики и смерть. С другой стороны, пусть лучше шутят, чем делают. Рэперам в голову приходит уморительная идея. А что если реально 100 жоп снять? Ютуб взорвем вообще. Жопы, 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 100 жоп. Жопы, 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 100 жоп. Жопы, 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 100 жоп. Не взорвете. Потому что из стен нашей школы выходят только прекрасные люди. Не снимайте. Да давай, снимай. Если сейчас просто смешно, то представьте этот же фильм в 4D кинотеатре, где не только 3D, но и запахи. Это же в разы смешнее. Да еще и денег на билет не жалко. Видели клипы Эминема? У него, блин, там огонь, там водопады, вертолеты. Понимаете, он как бы звезда ТНТ, а они школьники, которые показывают ему свой клип. И эти вот неловкие ситуации, они же всегда вызывают улыбку. Подавить злобу от бессмысленности сцен и абсолютной пустоты этого фильма, который почему-то называют комедией. Эти рэперы. Хватит, хватит! Вы как создатели Горько не видите разницы между показом действительности и юмором. С каких пор вид обжирающегося после обкурки ребенка стал смешным? Это что, юмор? Юмор? Нет, это выхина! Продолжим. А, жду не дождусь, когда в российских комедиях только жопа с экрана и будет, а? Да в 3D. Ты задолбался эти слова слушать, реально уже. Внимание, здесь и сейчас начинается территория выпускников, полностью свободных от своих родителей. Выпускной объявляется открытым. Получите предки. Так этих уродов, да. Мы замутили, мы сделали это. Сегодня здесь, это выпускной. А чё, остальных учителей и охранника на нож посадили, раз никого нет? Чётко? Секс это круто! Секс это прогресс! Спасибо фонду кино и государству, что выделяет на такое деньги. Чётко, ёп! Мистер Вульф, нужно решить проблему. Меня зовут Уинстон Вульф. Волк. Я решаю проблемы. Ты что хочешь? Сдохнуть? А давай вместе с окна сбросимся, например. Давай. Что делаете, да? А тебе что надо? О, а тебя как зовут? Красавец. Нахер родителей! Мама, маму зовите быстрее! Давайте не будем забывать друг друга. Ну, давайте там созваниваться. Привет! Помнишь, вместе школу закончили? Ты опять выходишь на связь, мудила? Что? Сколько раз тебе говорить, да блин, это велика возрастная, блин. Ну что тебе снять, деды, пойди никуда. Привет, МДК. У многих из вас скоро будут выпускные, и вы будете жечь по полной.
Кстати, берегите свой язык, если собираетесь елозить им под чужим брекетом. Ваши приключения могут стать частью нашего фильма «Выпускной». Для этого присылайте свои угарные видео и ищите себя во всех кинотеатрах. Мой видеоролик показали, когда уже все ушли с сеанса. Не зря отправил. Я стал звездой. Мам, мам, смотри! Всего плохого.